Как раз пока ролик идет, я поразминаюсь хоть маленько. Как раз пока алькор зайдет, самое то, чтобы не затекать. Разминка для ебейшего разъеба? Да нет, просто разминка. Потому что жопа, блядь, затекает и спина. Бой с тенью. Все, бой с тенью прошел. Нормально. Когда играли в первые Insurgency, да, как-то забирались со зрелами, Саня. Как-то собирались. В апреле рубили. Довольно давно собирались. Ну, если так взять. Сколько времени прошло? Апрель это какой месяц? Четвертый, да? Ну, полгода назад собирались. Так, а тут у меня ничего нового не открылось, кстати, да? Давайте посмотрим по перкам. Ну да, вроде бы тут ничего нового не открывалось. Так, снаряга. Ну да, по снаряге. Вот я бы защитника взял еще. Вот, кстати, сигнальная шашка стреляет осветительным снарядом, освещая место и вскрывая невидимых врагов. То есть, я так понимаю, там дальше будут локации, где без этого вообще Unreal будет. Вы в Дискорде собирались, а я смарт-то в бане. А, ну, что поделаешь, Саня? Так сказать, мы с тобой условились. Здорово, Миша. Вот. Здорово, Алексей. Привет. Так, запускаю синтетик тут. Да, пока. Давай я в главном меню уж сижу, жду. Короче, не работает у меня 4090. Да я видел, что ты сегодня тестил, да? Мне кажется, ну ты, а ты винду сносил, да? Нет, вот как раз скорее всего ну так винду надо снести. Снеси винду, мне кажется, возможно в этом проблема. Ну, блять, это банально, типа, понятное дело, что-то не работает. Ну, блять, сноси винду, ну а реально попробуй. Потому что у тебя реально какое-то странное распределение этого, ну, типа распределение нагрузки, да, вообще супер странное. Ну, винду переустановим, посмотрим. Shindows, блядь, всегда помогает переустановка. Другой какой-то вариант, но мне в голову только приходит, опять же, то, что переходник, блядь, хуёвый и подает питание, но как-то криво, но тоже странно, блядь. Ну, мне кажется, что на всех 4090 говорят, есть какой-то переключатель, и там эко-режим на 4090 есть экономный, и перформанс-режим. Надо поискать, есть ли на этой 4090 переключатель. Бля, это звучит как какая-то полная ерунда, если честно. Но мне несколько человек об этом писали. Эко-режим на 4090, это как, не знаю, эко-режим, блядь, на Lamborghini Хурикан, блядь. Знает, нахуя там эко-режим, блядь, если ты покупаешь такую карту, блядь.
купи 1030, ёпта, если нужен эко-режим, нахуй. Ну, слушай, надо рассматривать все возможные варианты. Мне еще сказали, переключи, у тебя, возможно, работает шина PCI. Не, ну Silent Mod, ну, блин. Ну, Silent Mod, да. Ну, Silent Mod, мне кажется, есть маленько другое все-таки. Ну, хуй знает, сейчас вот я все это буду смотреть. Еще сказали, в BIOS'е шину переключи. Здорово, у тебя, возможно, PCI 4 шина поддерживается, но стоит в настройке PCI 3. И она, например, просто до PCI 4, ну, не работает в этом режиме. Блять, а там разве такая разница в производительности между PCI 3 и PCI 4? Ну, говорили, что процентов 50 точно даст. Нихуя себе. Не, ну я думал... Я все попробовал, не, блядь, я думал, все. Может, там поблажка, ну, в 20%, но что-то... В 50, нихуя ну, себе. Я хуй знает, честно. Я не знаю, я поэтому просто рассматриваю все варианты. Я переключу шину, разгоню оперативу немножко. Она у меня работает в 3200, а можно спокойно до 3600 догнать. Я переустановлю Windows. Я все сделаю, блять. Все возможные возможности сделаю. Не, ну... Именно из-за чистоты, я думаю, тоже такой вариант. И то, что ты говоришь про слабый, Алексей, этого проца, блядь, для раскрытия этой видеокарты, мне кажется, блядь, с головой нахуй хватит. Поэтому, типа, 3900X называть слабым процессором, ну, это охуеть, если честно. Ну, хуй знает. Я, блядь, я говорю, я все попробую. И если последний вариант останется, что все упирается в процессор, ну, хуй с ним, будем копить на новую материнку с процессором. Блядь, да не, ну, не, мне кажется, это хуйня какая-то, Леха, ну, реально. Я тоже думаю, что это хуйня, но это, если я все перепробую, это мне останется кажется, последним вариантом. Мне кажется, эту карту даже можно, ну, на 3600, конечно, хуй знает, но на 3700 процессоре, мне кажется, ее можно завести. Ну, имеется в виду, что она будет нормальная. Ну, я же говорю, я сначала все попробую. Это, знаешь, это дедуктивный метод. Если ты исключишь все варианты, то оставшийся последний будет правильным. Так еще Шерлок Ватсон так говорил. Угу. Поэтому, если я все перепробую и останется только процессор, то получается процессор реально. Типа у меня вот еще переключение шины, переключение Silent Mode на Performance Mode. Чуть-чуть подогнать оперативу и переустановить Windows. Вот эти 4 шага сделаю, если не поможет, то либо там не 4090, а 2080 в оболочке 4090, либо еще что-то. Не, ну я почему-то, я бы с нулевой на проц и на оперативку точно бы не думал. Не, ну я же сначала все остальное попробую. Типа, то разогнать есть... оперативку никакой не, проблемы не, нет. Не, разогнать оперативку, ну это так чисто, ну как бы для дополнения типа больше. 3200 в принципе тоже нормальная частота сейчас. Так, я создал, пароль тот же самый, называется тоже Мишани, на двоих пароль видит чат, так что заходи. Я видел сейчас. Не. Оперативка, между прочим, помогла, но когда я ее переключил с 200 на 3200... Там как бы 900 герц, это большая разница. А вот 3200-3600 не очень большая разница. Категория так, правильно, да, знает. Ребята, категория правильная. Это игра в Стиме так даже называется. Она типа то, называется она... тут Synthetic, у вас в главном меню Synthetic Ultimate. В Стиме она Synthetic Legion Rising. Legion Rising это DLC-ха, и они, видимо, по DLC-хе стали называть ее. Да, я ну хз, ну вот я нажимаю на Synthetic, страница в магазине, и там Synthetic Legion Rising. Так что это та игра. Ну все, тогда похуй. Да, BIOS еще обновить надо, возможно, это тоже где-то влияет на что-то. Но BIOS 100% обновить надо будет. Пробую. Другие классы? Хэ, Зевельхер, мне, в принципе, мой класс устраивает. Именно, что хочется качаться дальше и получать Ready. Новые приколы, а не постоянно менять Ready. Класс, типа, и... Ready. Да, мне тоже инженер очень не заходит. Не качаться дальше. Трет говном и стоит... Так, ну поехали. В начале, конечно, погнали. Будет маленько тяжеловато. Особенно вспоминая перезарядку, блядь. Пробел этот нахуй. Да, нормально. Пробел, ща этот пробел нахуй разнесем. Нормально, эти лохи ничего не могут нам сделать. Мы слишком сильны. Сейчас. Ой, а там этот щитовик. Дочку. Давай, я пока разберусь, тут думаю. Тишка не ожидается вечером? Да, не знаю. Если только будут ребята и будет пак. Но, бля, вчерашняя сишка была очень большая. Да, чрезмерно, я говорю, прям, да. Ультра-мега-пак. Или чисто.
другое место. Чуть пиздюрей, блядь, не получил. Нормально, это тоже пока расчищаю. О, тут бумбокс, кстати, есть, можно его активировать. Тут нихуя нету. Поехали. Ты сука. Пар самоубийца меня чуть не убил. Ебитесь с этой штукой сами. Ой. А что-то, слушай, начало, блядь, вроде бы. А ебальник-то сносят, дай бог, блядь. Да не, нормально. Не, мне нормально вообще выносят, блядь. Клинило. Лето уже клинит, блядь. Так, а это что такое? Набор настройки. Снижает деривацию, нагрев, время изучения магазина и перезарядки текущего оружия. Шо? Ебать, прикольная тема. А, кстати, турели же надо ставить еще. Нахуй я их брал-то тогда? Че там, все? Пусто? Нет, тут еще сверху проход. Есть, да? Окей, сейчас приду. Бля, это шар-взрыватель! Или нет? Шар-ебатель я бы его назвал скорее. Но мне кажется, он бабахнул бы в конце. Да, он бабахает неплохо так. Ебался спецзаряд. Ох, броня, а чё, моя броня. Магазина вообще нихуя нет. О, кстати, усиление опыта ежедневное действует на нас. А, да, факт. Х2 и пойдёт. Дохнуть, блять, вообще лучше нежелательно, потому что умираешь, накладываешь проклятие на себя. Какое проклятие, блять? Проклятие, блять. Черные жемчужины. Не хочу проклятие. А, ну тогда мы бессмертные, получается, будем. Не, ну это плохое проклятие. Проклятие черные жемчужины-то. Ты яблоко не сможешь есть. Яблоки, да, и женщин не будем ощущать. И ром пить. Но в целом мы стримеры, нам похуй. О, болтик, болтик! О! Бери. Да. Так, сейчас хилочку ебану. Это у меня хп в недостатке. Пустота, пустота, Мишаня. Прям дальше. Да, блять, что ты клинишь-то? Блять, там какая-то пушка огромная. Миша, вся целится в хуйня. Нормально, нормально. А мы же за вот этой хуйней, типа, невидимы для нее. Да, да, за эту хуйню. А я вот тут еще вниз тогда прибегу. Разведем ее с двух сторон. Ай, блять! Сука, вот эта хуйня вылетела неожиданно. А, нормально. Так, есть скатить магазин. Сердец. Марксманская турель. Дронов. Прямой разряд. Матерь целей. Кристалл преломления. Что такое кристалл преломления? Бля, я, наверное, прямой разряд куплю сразу. А, я создатель дронов. А, мне не хватает чуть-чуть. Вот, скоро хватит. Блять, а меня-то хули оглушило? Уровень инженера, суки. Найс. Опять не хватает чуть-чуть. Так, шар говна. Нормально. Пизда ему. Йо, я теперь когда убиваю людей, дроны появляются и ебут. Ой, блядь. Лучше так не... Так, там оружие есть сверху. Будешь брать? Не, бери. У меня начальные пушки более-менее. Карабин и костер у меня пойдет. Хорошо. Так. Я карабин. Да, прикольно, штуками стреляют, кстати. Все, всех зачистили. О, тут оружие лежит какое-то. Оружие? А, да, реально. Ой, блядь, тут сверху типы. О, это то, что мне нужно. Могу тебе карабин отдать. У меня будет лазер. А у меня тоже пушка. А, не, у меня пушки там нету. Ну, давай. Я просто с лазером. Блять, как же хуя!
Так. Держи пушку. А ты, как ты сверху забрал ту пушку? Да. Вот эту. А, это другая уже. Уже другая? Ебать, найс. Там снайперская турель, если что, аккуратнее. Найс. Забирай тогда. Я тогда эту возьму, да. Я тогда останусь инфорсером и... Тяжелый пулемет! Ебой! Только проклятый, блядь. Бля. Какой-то он странный, блядь. Дайте свой. Бля, в чем рофл-то пулемета этого, нахуй? Но он тяжелый. Охранник. При убийстве врага плюс 15 к сопротивлению урона. Бонус накапливается, каждое очко брони герой получает длительности эффекта. Герой получает плюс 60 к скорострельности, эффект зависит от нагрева. При пригреве оружия до бонуса скорострельности плюс 60. Указано на карте ящик трофеи врагов. О, ебать! У меня GPS есть какой-то. GPS улучшенные модели. Бля, да, ну я понимаю, какой-то чем... странный пулемет, конечно. Ой, блядь. А еще ядро? Пойдет. Так, ну я ready. Ну урон получается. У него, блядь, модификатор нормальный. Пока оставим, хуй с ним. Факторию скрестили с рогаликом, но от Факторию тут вообще ничего нету. Просто рогалик. Ой, там снизу какая-то хуевина. Блядь! Бля, ну в принципе скорострельность типа больше, блядь. И норм дамажит по 400, по 500, типа, ну... Фокс. Магазин пиздец огромный просто. Но с моим скиллом нормальная скорострельность. А давайте набор. Ой, набор юзанем на него. А, меткость наносимая, наносим урон минус 10, урон, пулю не теряет убойную силу на расстоянии. Бля, прикольная тема, но... Бля, ну охлаждающий клапан тоже, наверное, заебись для него будет. Охлаждающий клапан для всех вроде хороший. Ну, он не так быстро стреляет, типа. Титановую нарезку, наверное, или... Ну тут повышение этого количества патронов в магазине. О, ебать. Так, лечение плюс 3, заряда плюс 3. Лечение красным предметом, который может носить на один единица оружия, получать набор оружейника. Уровень тревоги минус 50, хуйня, шанс появления усилителей. Да. О, шанс появления усилителей, вот это звучит круто. А что такое усилители? А, это хуйня, лучше уж на одну единицу оружия больше. Блять, вот мне надо, чтобы быстрее передвигаться, мне кажется, это нормальная тема. Наверное, возьму. Хотя все равно я медленный какой-то. Миша, там уровень тревоги повысился. Да, я понимаю. Так, я похиляю у нас. О, станция улучшения. Нихуя себе. Ебать, улучшение оружия? Бля, погерс, ну давай. 200 кредитов, бля, дорого. Найс, 1500 въебал, ну похуй. Так, а шо дал? И вот эту еще штуку. А там всяких, всяких приколов навалил, типа. Как набор оружейник? Типа? Да, типа того, только он не дает тебе улучшение именно выбрать прокачку. А так, типа, просто улучшает пушку по статам. А я бы не стал. О, бля, тут еще пушка лежит. О, ебать, заедись. Я возьму, кстати, у меня аж 3 оружия теперь. А возможно это оружие то, что нужно, блять. Проклятое оружие, объект. Что во, у меня тоже проклятое оружие, но оно типа дает свои приколы из-за проклятия. Позиционное усиливает щит владельца, потом к такому оружию уступает сильную реакцию, щит защищает урона критических, что-то включено.
Патроны по умолчанию без эффекта. Стреляет ракеты через каждую серию. Урон зависит от урона основного оружия. Улучшение после убийства врагов. 75 скорострельность. Урон отдачи. Кстати, качнул, да. Ебать, так это... Это что, я бы еще качнул, блядь, статы для нее. Пока, типа, она... Да, я с ней буду бегать. Это эльфбар Strawberry Kiwi. Сосалочка. Соски. Да, моё сосалочка. Болтик пропустил, блядь, погоди. Болтик пропустил, где? Вот здесь вот у тебя лежит болтик, смотри. Нет. А у меня лежит. Походу они для каждого пропустил. Свои. Пропустил. Да, одноразка. Просто столько всяких деталек маленьких. А, вон, да. Что тяжко его увидеть. Я буду вот этими двумя пушками пользоваться. Не знаю, у меня пока вот этот пулемет. 76, блядь, патронов в магазине. Самое то. Повнимание, блядь. И без внимания. Бритвень обнаружен. А чё, блядь, звучит кайфово? Блядь, я глубоко зашел без патронов, конечно. Вообще звучит по хайпу. Тут этот амунишен. Амунишен. У меня по амунишену более-менее, кстати. Ладно. Тебе насрал амунишена. Давай. А он мне просто хилку дает одновременно. Он и хилит меня, и аму дает. О, куб. Там кубас, да. Денег набрать. Тут еще оружие лежит. Ай, блядь. Больно, сука. О, наборчик есть, да, наборчик возьмем. Емкость магазин, призрак, возможно, приспособство в магазине, говно. А, это амунишен. Да, Братраума охуенная игра. Но мы уже с пацанами в Братрауму наиграли столько, что пиздец. Не прошли, правда, ее до сих пор. Бля, надо это брать, мне кажется. Но Братраума стил одна из лучших. Братраума охуенная игра, это факт. Где этот жопный убийца, блядь? Сейчас жопный убийца? Ну там в начале этого раунда писало, что обнаружен какой-то жопный убийца. Пушку не взял. Что за пушку? Да мы пока карту исследуем. Сейчас возьму. Это тут жопный убийца. А, вон, да, он. У меня пока есть пулеметчинка. Я, в принципе... Нормально. Так, подношение богу машин. Молитва, проклятие плоти. Проклятие плоти, блять, надеюсь, я не умру. А что такое литургия? Не знаю. У меня слабость какая-то, блять. Алчность. Проклятие злобы, блять. Злобный я возьму. Ой, я стал уязвимым. Так, ну, усилился. Оружие будешь брать, тут лежит? А, да можешь взять? Можешь взять. Давай посмотрим, что там выпадет. Я пока посмотрю, может, что на карте пропустили. Ой, какой-то гранатомет нахуй надо. Дальше медящик возьмем. Тут квестик у нас еще. Квестик будем брать? Квестик будем брать. А, вот тут пушка. А, ну это вот есть квест. Гранатомет, да? М79 Терминатор. То, что пускай будет. Why not? Так, вот это улучшим, потом улучшим. Дронов посильнее сделаем. Are you ready?
А, да, сейчас я только улучшу, наверное, прикол. Вот этот немного. И вот этот немного. Так, ну все, поехали. А, уничтожить цель надо. Причем все наверху. Вот они, дроны с пушкой. Так, ластовый где-то наверху остался. Да, в самом-самом верху. Найс. Причем два набора, кстати, для усиления оружия дало. А вот, а часть проклятого оружия, вот если я соберу части проклятого оружия, что это даст, блядь? Уже не первый раз замечаю, но я не понимаю, да? Типа. Давайте плюс броню возьмем. Тело улучшим создателя дронов сразу. А, и вот эту пушку сейчас. Чем ее? И вот хуйней. Так, за каждый 101 с макс здоровья пуля отнимает у врага 1 единиц доспехов. Давайте вот это вот возьмем. Дальше. Просто следующая середина выбирает паузу, автоматически уменьшает паузу между выстрелами. Ставит урон. Ну, лучше вот этот вот возьмем. Мне кажется, это прикольнее. Дальше. Если он сразу будет стрелять дополнительно. О, вот это круто. Это еще лучше. Так, мы вроде все собрали на карте, надеюсь. Так, рикошетчество сколько? Блять, я бы вот рикошетные пули взял, но я боюсь тебя убить нахуй. Ну, я, блядь, буду стараться на рожон не лезть, но сейчас у меня хотя бы броня не урезана, блядь. Ну ладно, я возьму лазерный указатель, точнее на бегу буду стрелять, чтоб тебя нечаянно не ебануть, потому что все мы знаем, как это работает. Я этот пулемет накачал, конечно, дай бог, блять. А, погоди, нет, блять, не собрал эти ядра и прочее, ну ладно. Босс файт, кстати. Босс файт, да. Там боссу плохо. Лютая разъёбка. Вообще пиздец. Даже ничего сказать не успел, блять, этот босс. Нормально. Ебём получается, что сказать. Какой ящик хочешь взять? Да мне по барабану, типа, могу доп взять в этот раз. У меня оружие, пока я так понял. Мне вообще без разницы. Нормальное, так-то. Типа, на данный момент. Заебись по скиллам, потом еще восстанавливать. Да, бери боссовский, я возьму апгрейд. Дает мощный выживучий дрон, который атакует цели поблизости. Дрон боится боссов. Заебись, спасибо, папаша. Делаем. Бля, не, выживаемость. Я понимаю, что крит, наверное, пошел хорошая так. Тема, но, блять, уж слишком я мягкий. Здорово, Йоу Кент, привет. Что за интересный гейм? Ну, рогалик. Рогалик, типа, про роботов-боботов. И я тоже. Ready? Лего. Сразу надо базуку вот эту разъебать. А что, не взял самозарядку? Я, да я понимаю DotMTX, я понимаю, что типа такая интересная тема, но он все равно, он разогревается нормально. Мне нравится, как он стреляет. Он нормально стреляет вообще. Блять. Меня стан просто убил один. А, поживи, ты... пожалуйста. Ух, да. Ебать, Алексей. Блять, заклинило. Живи, блядь. Живу, стараюсь. Пешка делать. Блять, еще залагала, да. Тварь. Да, я знаю, что у меня набор есть. Но думаете, имеет смысл эту пушку вообще дальше улучшать? Как он сделать? Бля, мне кажется, наоборот. Она выше улучшается еще, ебать. Не, ладно, та походу имеет.
Так, у нас сзади есть что, какой-то там этот стоит? Объектив надо будет. Да, ну, зайдем к нему обязательно. Так, а ты что-то так себе похилил? Я просто сверху, а ты снизу. Да, да нормально. Я сейчас похилю, я похилю сейчас. Бля, как же мне сейчас больно дэмэдж наносят. Надо что-то с этим придумать. Блять. Так, ну пойдем в магазин посмотрим тогда. О, прикольно, шар ветров. Прикольная. И еще тема. Проклятие на оружие тебя бьет. А-а-а, проклятие на оружие меня дамажит. Баллистический арбалу, КБЗ, АКСУ и болтомет К3. Блять, болтомет К3 звучит неплохо. Часть эффектов экранных вырубить оба, от чатом ряда, и вам потом хреново будет. А какие вырубить, ну ты скажи. Какие вырубить, и я вырублю. Ну, которые типа для адекватного геймплау будет, так сказать. Ну да, неплохо он меня надамажил. 35. Моя же пушка. Вот с этим решать будет. Сверху там магазинчик мешай. Сверху, да? Там у меня есть, вот. Честно, блядь, денег-то нахуй, хуй да нихуя. Ну и пошел нахуй. Там просто пушки продаются. Если тебе пушки не нужны, то можем идти. А где? Где именно? Я а вот, вот. Вот он. Вот, вот. Где? Вот здесь, вот. А-а-а. Вот, ты в нем стоишь. Ну ты шизмен, конечно, да. Понятно, блядь, да. Шиза получается. С этим ничего не подписать уже. Ну у меня там реально нихуя нету, блядь. На свой вкус, бля, Алексей, погоди, ты вырубал какие-нибудь эффекты? Нет. В настройках. Не, вообще все по стандарту стоит. А где, блядь, здесь это? Да. Дрожание интерфейса, наверное, тогда вырубить, похуй, пламя от выстрела пускай остается. Где-то дрожание интерфейса нашел. Это внизу, дальше настроечки тыкай. Так, ладно. Дрожание интерфейса. Пламя от выстрелов оставим. Да и все, блядь. Это убрал. Частицы, только... туман и так далее, блин. Да не, ладно, это пускай пока остается. Фоновый туман нахуй уберем. Болтик сверху был. Винетку уберем. Нахуй эта виньетка нужна. Там невидимки, кстати. Там сверху какие-то хуи. Да, вон паук взрывной. Ага. Ну, взрывной паук взорвался, в принципе, не наебал. Там какой-то разрушитель, аннигилятор, но он умер. О, большая карта, кстати. Хорошая. Красный этот пулемет, блять. А, что с проклятым оружием придумывать, штука? Потому что самого себя убивать очень не хочется. А это что такое? Рандомная какая-то хуйня лежит. Буду брать. Не, бери, бери. Может она тут скинет проклятие у пушки твоей. Так. Ага, часть проклятого оружия получила. О, ну а вот может часть проклятого оружия как раз таки избивает проклятие оружия. Я просто не знаю, у меня тоже 2 из 4 вроде бы проклятых оружия части. Так, ну там налево давай тогда сходим сначала, потому что тут ничего нет, надо просто зачистить. А, лол, у меня пушку клинит, и она перезаряжается, ебать балдеж. Ух, блять. А, там другое сбивает порчу. Ебашь его! Апгрейд он там лежит. Так, там ассасин какой-то. О, ебать! Да-да-да! Да! Живи! Я так же, блядь, примерно надо чуть не отъехал. Это оружие, потому что оно меня убивает, блядь, очень сильно, походу. Так, апгрейдик. Дамажит пушка, дамажит. Опа.
Так, ну враг один остался, по-моему. Или нет? Нет, три врага еще на карте. Хочу крит. Так, треснулся. Я похилю сейчас. Давай. Тут улучшение оружия есть, Алексей, если что. Тут еще Магазин. Испытать образец возмездия. Ну, конечно, блядь. А, ну у тебя... А, ну здесь поднять уровень тревоги. Не, уровень тревоги я не буду поднимать. А то мы там опять... это однозарядный... А то мы там опять зайдем, блядь, на локу и умрем, нахуй, в тильте от этого. От эпилепсии, блядь. Там у меня образец возмездия пропадет, там у него время ограниченное. И я возьму другую пушку. Максимум? Что? А я могу скину? А, погоди. Я только его могу улучшить, блять, это образец возмездия ебать. Что-то... Проклятие никак не скинуть. А-а-а. Что-то такое. Блять, а как тогда жить с проклятием? Какую пушку собирать? После максимума выгоднее грейдить от набора, все хорошо. Не, я просто подумал, это какой-то бомжатский улучшатор, типа. Ну, с лазером соком тогда бегать. Вроде фиолетовый. Ого, нихуя, опознаватель цели какой-то. Лютый. Бля, ну вот это нормальная пушка, давайте ее улучшим. Так, уменьшается деривация. Да, так я понял, дуди, что это залив бабок. Вообще хуйня, юзлесные. Ну, так вот что это... я больше на улучшение именно этого стола не буду тратить. Ай, блядь! Хорош, Алексей, хорош. Нормально, пушка, блядь, взорвалась. Сейчас похилю, блядь. Пиздец. Так, ладно, выставил долг выстав, патрон не тратится. Вот это хорошая пушка. Дальше. Важные детали заменяются на детали тяжелого сплава. Параметр оружия сильно повышается, но с таким оружием рука героя почти не может двигаться. Ебать, похуй. О, блядь. Блядь. Нормально. То есть это теперь твой геймплей, да, будет? Да, но я на шифте буду вот так вот. А, не, ну если на шифте, то нормально, блять. Пойдет. Медленный и сильный. Мне все равно нужно просто откинуть этих, как его. Роботов-боботов? Да. Да, и съебаться. Ай, блядь. Нормально. Надо скорость бега повысить всем. Бля, ебать, ебут нахуй. Да то урон в этой штуке, пиздец. Нормально. Так, я завязаю скоро хилку. Ай. Найти бы хуйню, которая тебя временно лечит постоянно. О, но ядро. Но чтобы КП возрастало. Ядро 24. Да, 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 это вообще мега охуенная тема. Согласен. Без нее, конечно, грустно играется. Турельки справляются как надо. Болтик. Хилочка. За болтиком. Болтик нашел? Бля, значит, надо тоже болтик на карте искать. Полочную гранату получила, ее разберем. Железный шар. Ну, железный шар такая себе псисфера, на самом деле. Разберем нахуй его. О, да, болтик тоже нашел. Найс. О, тут улучшайзер есть. Невидимый еще. Невидимый хуйман еще. Да. Это улучшить. Тону улучшить. Так, вот все нормально. В голову 2600 крит. Вот это нормально, нахуй. Так, тут квестик есть. Окей, я сейчас подойду. Крыса, блядь, подкрасться хотел. Я иду, Мишань, блядь. Я очень быстро иду.
Вот сейчас мне это охуенно будет проходить, где за машиной надо бежать. Так, вот можешь этот предмет подбирать. Давай. А что брексер дает Дудя? Постоянно испускает жар, пожигая врагов вблизи. Нагрев оружия добавляется к урону, перегею урона. Повышается регенерация патронов. Да? Отдача ресурс крестления, шанс выстрелить двумя патронами. Не-не, не хилит она. Не хилит штурм-система. Я бы вот это вот разобрал бы нахуй. При попадании по врагу цель заражается радиацией, радиация плохо влияет на игрока. Так, это Алексея? Робот-робот. Надеюсь, нет. Пава, что-то есть. Ой, что-то поднял. Отпихло. Сноубол усилим, чтобы пути берем? Быстрее. Да, сейчас я подойду. Угу. Поулучшайся, если надо. А я похилю нас. А, это она меня дамажит, блядь. Я думал только, а я если хуй знает, я человек. Виски. Я не играл в нее никогда, поэтому я тебе ничего не скажу по этому поводу. Защитить. Ага. Так, защита. Но сейчас будет жесткое жогово. Нормально, я, блядь, скрэч. Бля, жалко, прострела стен нету. Вот это был бы топ. Блядь, ебу! Блядь. Я не ту кнопку нажал, чтобы похилиться. Моя ошибка, я мог выжить. Блять, там твоя братва окружила нахуй, хуй выстрелишь, блять. Как окружила? Там появляется снизу. Это мои. А, да блять, ну какого хуя у них мои. Красный значок появляется, блять. Бля, на такой скорости бегать на самом деле есть проблема определенная. Да, блядь, ты хуй съебешься в крит ситуэйшене. Да. О. Надо быть подтанкованнее. Absorbs a percent of health damage equal the armor value. Что это, блядь, значит? Абсорбирует процентный урон по хп, равный армору. Ну, короче... Сколько у тебя защиты там, он это и защитит. Грубо говоря, защита. Берем защиту, значит. Дело улучшим. Защита всему голова. Такой хуй мне, блядь, все другие примочки, если я не выживать. Ну, не буду выживать. Так, а тут я, наверное, качну. Скорость ебейшая вообще, нахуй. Бегаю как этот. Давай, впереди говна вкачаем. Надо вот так вот будет бегать. Оп. С этим, потом переключаться, стрелять и убегать. Здорово, Ник, привет. Я тоже отличного стримчика. О, пошло дерьмо, блядь. Блядь, по мне моя же пушка не стреляла. Спасибо. Самоубийцы альфоровские залетают для бедняжки. Блять.
Домой, блядь. Давай, ёбаный, блядь, бронетранспортер. Нормально. Уже возродить нельзя, если помнишь. Да, 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 да. Нормально. О, ну разъебали бронетранспортер. Да, это вообще пиздец был. У бронетранспортера нахуй не было шансов. Так, ядро с модулем. Внутреннее пламя, регенерацию здоровья. О! В бою герой вот получает это вот регенерацию. Прям вижу, получаем урон плюс 15, вариант нахуй. Ультра. Только здоровье лечится при их активации. О! Это охуенно. Что это? Так, могу ли я еще улучшить эту пушку? Бля, ну урон элитным врагам. А босс же считается элитным врагом, по сути? Не знаю, вот это вот возьмем. Данные. Считаются, да? А вариант ультра, это же что-то охуенное. Ну, бля, ну я сейчас не хочу оружие менять, в принципе. Меня это полностью устраивает. Это что-то второе. Лежит, ой, да блядь, какого хуя, блядь? Уровень тревоги повышен, ну? Да, да, да. А я, блядь, выбрал артефакт наоборот, минус уровень тревоги, блядь. Вон, блядь. Как там твой артефакт на минус уровень тревоги? Нормально. Да не, все хорошо. ЭТР уже я тут сбросил или это выпало? А, это, наверное, выпало, у меня просто слотов-то нету. О, дробовик какой-то, ДГ Альфа. Блин, давай возьмем дробовик. Гаусс БРХ. О, у него маленький разброс, вот это хороший дробовичок. А там есть типа штука в улучшалке, которая не сбрасывает ему урон на расстоянии, это вообще заебись. Ты типа хуялишь далеко и больно с дробовика. Дробовичок топовый. Я прям... Улучшалку. Вперед. Блять, патроны. Так, ну чё, так, улучшаем пушку. Повышает меткость, контроль дачи, емкость, носим урон минус 10, нет, перезарядка оружия полностью охлаждается. Я понимаю, что у меня стат просто не было, ядро с модулем, да. Это, кстати, охладительный клапан охуенный. Тем патрон, тем больше, но тут так, емкость магазина маленькая. Так, хитом тогда я возьму. Крест повелителя лазера, при спереди вскоре заряжается. Один заряд заключит критический удар, в конце срока действия заряжается и стреляет цепным лазером. Бай, звучит прикольно. Бля, сухпаёк, прикольная тема. При критах. Ну это тоже заебись. Ну просто при промахе заряд обнуляется, блять. У меня пулемет и... Ты, блять, с высоким шансом проебешься же. Тесная пушечка. Ладно, похуй, возьмем тренировку. Даже типа плюс 10% будет чувствоваться более-менее. Кликит, спасибо Бэй большое Гаусса за переподписан. Благодарю тебя за 22 месяц. Спасибо тебе огромное, старина. Спасибо большое. А, там мы ящик появился еще чила, такой? Ящик, да, теперь. Ебать. Так, еще деталь проклятого оружия. Угу. То, что нужно. Охуеть, блять. При убийстве врагов есть шанс создать рядом с ядро на стрелка. Охуеть, блять. О, это вот которые у меня летают как раз. Да. Ой, мне... А, вот этот сборщик мне данных. Врагов. Ой, я подхиливаюсь немножко. Но это овер ХП идет, поэтому оно падает. В другом падает. Кто его знает, ладно. Босса это выпало? Предмет какой-то, сейчас посмотрю. Айс, предметы это хорошо всегда. Предметы это замечательно. Кристалл переломления. Поглощает любой получаемый урон и отражает обратно, ударяя по площади. Ну это разовое вроде что. А, не, не разовое. Забираем тогда. А что скинул? Какая-то хуйня, которая типа делает твои выстрелы по челам, которые самые ближайшие к тебе. Да, слева мы все открыли. Каждый шестой выстрел носит дополнительный урон. Да нахуй. Let's go. Крест повелителя лазеров. Ну посмотрим, что это хуйня. Это прицел настакивает точность? А, ну может это и имба на самом деле была. А, это ж мои любимые ебучие камни, блять. Да, это ебать, ты в дудку подудел? Да, это хорн. Хорни?
Корни Джейл. Ху-ху-ху. 3600 ебальник. Бля, ну урон вообще нормальный. Это твой робот, да? Это мой, блядь. Да. Бедные роботы, нахуй. Постоянно их, блядь, убивают. Так, сейчас, подожди секунду. Блять, надудеть смешно. Так, враги лечатся, регенерируют медленно, повышают бронебойный урон, летят быстрее, последний. Бля, ну это вот так постоянно перекидывать, конечно. А чё, выкинул? Чё, да я, блять, выкинул, чтобы пушку улучшить. А, всё, маленькая. Базару. Базару только же есть. Ай, блядь! Ой, прошу прощения, Алексей. Я похилю тебя. Так, я похилю сейчас. Нормально. Чувствую сейчас себя заебумба. А я почему знаю, кстати, карточка там. Ай, блять! Это твой дрон взорвался, что ли? О, это ты. Это ты зря, блять, нажал. А чё я нажал-то? Тревога. Так я не нажимал тревогу. Может, я нажал тревогу. Я не знаю, но на меня падают, блядь, ёбаные дроны и убивают меня, блядь. Меня ваншотнуло, как только тревога активировалась, все по мне скинулись по пульке, я умер сразу. Я не активировал тревогу, блядь. Ну, может, я активировал, не знаю. Там все стоять достаточно рядом. А, ну все. Все, блядь, получается все. Пиздец, нас убил ёбаный бомбардировщик, блядь. Такая хуйня. Нас убила тревога, блядь. Нет, нас убил ёбаный, но меня убил лично ёбаный бомбардировщик. Но который, он сработал из-за который тревоги. Просто срал в меня своими хуёвинами, блядь. Ёбаный в рот, а такой пулемет был, пиздос просто. Блять, ну и кал. Уровень 15. Турель при размещении дает усиление щита, ускоряет текущую перезарядку, лечит признанных. О, так это охуевшая штука. Да, уже. А, ну вот сухпаёк как раз открылся, бля, ну сухпаёк прикольный. О! Хорошо, цветный сплав, что-то, при случае более 50 есть, что все броню на 5 секунд. Бля, ну это, конечно, неплохо, ну... Это что даёт? Бля, я, наверное, сухпаёк возьму, блять. Бонус постоянный к лечению. Бля, ну вот это нужно брать. Превращение. Я бы вот это вот заменил бы на что-нибудь, блять, я этим не пользуюсь. Странная так. Микстура. Лечит всех членов отряда на 35 потерянного здоровья. Много побочных эффектов, в основном хороших. Я даже не знаю, блядь, нужно ли это мне. Так, ну я ready. Ну, почти. Сейчас вот буквально. Вызывает страж щитом на защиту героя. Долгое перезарядка дается, если посылки придет один друг. Буквально. Сейчас общает портативную турель. Устается атакует врагов встроенным лазером. О, давайте еще турельку возьмем, блядь. Турель, блядь. Две турели, патроны. Бля, идиот. Вот этот лагун хочу, блять. Пушка. Вот ее бы нахуй сейчас выбить. Ебать, это было бы охуенно. Так, ну все. На низком. Ready. Чем я начал, блять? С нестандартным типом вооружения начинает. Такой же, блядь, пистолет, как и все. Охуеть, папаша, спасибо. Не игра наебала. Герой начинает игру с нестандартным типом вооружения. Фулл стандартная пушка. Ой, я пушку тебя открою пока. Меткости нахуй. Целая куча. Тележечка. Я Крис Вектор нашел. Я с ним буду бегать. А, там ящик с оружием был.
А, взялся быстренько. Следующий бой. Опа, 100. Стреляйте, блядь. Слева сверху в меню можно крутить за поинт улучшения для перков. Слева сверху. Бля, твич-мод бы, кстати, еще прикрутить на всю эту движуху. Мне кажется, да, было бы прикольно. Мод, я думаю, было бы охуенно. Дай ёб твою медь. Граждане щитовички, конечно, подохуели. Так, тут медицинский ящик есть, если нужно. О, стой, мне, вот это мне надо заюзать. У меня, короче, медящик дает повышение хп. И это. А, погоди. Ты типа на постоянке получаешь доп хп? Не на постоянке, короче, он усиливает эффективность лечения. И передозировку мне апает почему-то. Хуй знает почему. Па? Ну это заебись, короче, медящики мне нужны. Все. До единого. Собираем. Собираем мед ящики. Так, ящики у меня меда. Вот тут болтик есть, поэтому у тебя тоже должен быть где-то. Я собрал болтик, но пока не нашел ядро. Вот это вот, которое... А оно должно быть здесь? Оно иногда лежит. Возможно, его просто в этот раз нет. С твич-модом мы бы не прошли. Да, мне кажется, оно шо так, типа. Игра и так тебе, блять, кидает подсеров. А тут есть шанс хотя бы, что может быть кто-нибудь бы это и помог бы. Таньки уебал немного. Страшно, ну, нормально. Плотный парень. Нет, ты сдигла нахуй, конечно, что-то с чем-то. Работайте, троили. Тема. Бля, бортаны турели, кстати, отличные ребята вообще. Турельщики нормальные, да. О, моя турель только что помешать не ебала, правда. Ну, бывает так. А, на... снимай это летающий хуй, он ебал. Блять. Мальные призы сетевые. Блять, не убей! Элита региона повержена. Ты убил кого-то там? Да, щитоносца кого-то охуевшего. Хорош. Амунишн себе взял новый. Ай, блять, нихуя! Он по тебе стрелял, попал по мне? Да, да, но я увернулся. Вот сучка! Блять, еще щитовик сраный вышел. Там и там есть ящик с щитоном. А тут испытать образец возмездия. Конечно, испытать. Нихуя бессрочный. Бесконечное оружие. Айстан! Блять, какой-то автомобиль смерти. Да ёбаный в рот. Ой, сзади, сзади, охотник за головами. Нам турельки должны справиться. Четкий, вот, четкий, нормальная тема. Взял турельку мою, сломал. Блять, ну пиздец, ну бог видел нахуй. У нее красный, блять, значок. Я подумал, мало ли враг нахуй поставил, блять. А это какое-то легендарное оружие, что ли? А снизу ящик с пушкой, говорят, был. Это мне надо. О, ядро тут есть, кстати, на этой карте. Я его нашел. Поищу сейчас тоже себе. Разгон ультра ужас. Что это, дробовик, блять? Тип патронов. Картечь. Выход. Мя. Дропы? Да, дропы есть. Этот серваки твича, походу. Жесткого кора, блять. Твич дропсы есть по этой игре, у меня нету, ну пиздец. Твич дропсы имба, конечно. Да, охуенные вообще.
Ядро. Надо ядро найти. Тоже. А, кстати, магазин надо тоже посмотреть, что там есть. Жесткие дропы. Бля, ну... Первак Твича. Передайте привет. Кровь на исследование пожертвовать. Да ебать. Поехали. Я и в армейке кровь сдавал, чтобы бабло, блядь, получить. Так. Урон хедшота, урон щиту. А может мой провайдер? 0. ПВРС. При убийстве врага герой на миг ускоряется. Я не хочу дробовик именно вот этот сейчас. Вот, блядь, снайперку. Гурен снайперку хочется. А гурен снайперка. У тебя? Ну, у меня так, образец возмездия, не знаю. Не совсем. Не, я именно гурен снайперку хочу. Она помешает. Отрывает. Так, я сейчас постою на месте, посмотрю, может, что-то можно с дропами. А, ящик, блядь. Таймером. Надо делать. Похуй на дроп. Ай, умираю, походу! Пизда! Пошел, блядь, хпшки-то нету. Проблема, блядь. Блядь, еще и уровень повышен. Да Машка еще вроде не вернулась. Почему нет, лагать начинает? А Маша тебе там колдует, да, что-то? Когда возвращается, чтобы ты быстрее заканчивал. Бля, взять, проклятие. Кстати. Бля, ну умирать это вообще пиздец просто. Ты сразу в таком говне с нулевой становишься. Отжается время от убийства врагов, при наконец-то завершает мощную ученую рену с выстрелами оружия. О, прикольно. Надо скорострельную. О, тут пушка для тебя есть. Да? Звук не зависает, только картинка висит. Блять, это фантастика. Может, это мой кодировщик умирает, блядь. Пока там Миша все делает, я посмотрю, что у меня. Ух, усиление щита. Ебать, охуенная тема. Да нет, загрузка нормально. Пушка для меня лишь? Загрузка ДП нормально, загрузка памяти, ЦП нормально. Гурен снайперка. Блять, ну снайперка, ну не гурен, ну похуй. В чем проблема, блядь? В чем беда? Алкоголь или еда? Бля, я не знаю, что с этим делать. Неплохо. Сейчас мы еще улучшение посмотрим потом. Разберемся со всеми. Ебать. Аллилуйя, нахуй. Вот это бабахнуло. Холи гренейт какой-то. Да нет, конечно, блядь, шутишь что ли? Я вообще не понял, что сейчас было, блядь. Да, там торговец пушками, кстати. Оплятие какое-то. ML700+, это что, блять, это дробовик? Я бы вот эту пушку бы купил бы себе. Вместо этой вот. Да я аннигилятор не смогу, ребята, наверное, взять. Вот я, сука, из-за того, что сдох, проебал деньги, блять. Тут болтик, кстати, есть на локации, Лёха. Активные патроны. А, вот ящик, нам нужен этот, нам нужна ключ-карта. Я нашел тут ящик, который... Ключ-карты нету. Карта открывается. Болтики я вроде подобрал. Разбери ненужные предметы на деньги? Шо, так можно? Ну, смысле, когда именно... разбираешь, да. А оружие можно разбирать? По-моему, нет. Блять, тяжелый пулемет есть. Тоже пиздатая тема. Ну а чё вот я могу типа что-то из этого разбирать, хочешь сказать?
Набор оружейника, блядь, разбирать. Так, даю доступ к новому типу патрона до конца миссии. Эти патроны подходят ко всем видам оружия. При каждом пятом выстреле стреляет прокет на кровавый болтан. Снаряд самой ищет цели, урон от него растет вместе с уровнем человека. О. О. О, ебать, хватило, это аккуратно. Сейчас я тогда вот это вот выкину. Хорошая пушка, блядь, я с ней, наверное, останусь. Это аннигилятор, блядь? Что это за хуйня? А. О, бля, ебать! Ну-ка. А что это за хуйня? А, Мишань, ты на какой сервер ты сейчас стримишь? На автоматический, Лёха. А, ну вот я на автоматический, он немножко ебланит. Я попробую это, переконнектить. Фугасная бронебойность апокалипсис. Максимум бонус счету минус 100. Наоборот, 100. Каждый выстрел тратит щита, энергию, блять, что? Шанс четверного выстрела. А, у нее типа бесконечные патроны? Да нихуя не бесконечные, походу. Так, то посмотрим, как Амстердам держит. Ну да, что-то хуйня какая-то. Ладно. Амстердам пока вроде без дропов. Да, сервак Твича лагучий какой-то, походу. Блять, вот максимум запаса патронов, конечно, да. Бля, жестко, мейнкунчик. Тебя реально еще раз, блядь, забанили, нахуй? Что за хуйня? Мне кажется, тебе делать новый ник мейнкун ошибка. Потому что на тебя как будто кто-то зуб точит, блядь. Что, пойдем дальше тогда? Ну, да, пошли. А, это второй ак. А, погоди, стой, Алексей, предмет. Предмет не забрали. Ой, так там... Да. Ящик же. Ящик не для нас. Внимание, шоу внимание. Спасибо за внимание. Ебашь ты, мужики. Апгрейд. Будешь брать апгрейд себе? Ну я могу, может ты мне по барабану. Брать? Я себе. Бля, ну эта штука вообще не про мои патроны, блядь. У меня хуйня, которая вызывает кровотечение у врагов и у роботов тоже. Ну а чё, у роботов же есть кровь, масло. Кровь в натуре, их можно убить. Масло. Если у них есть кровь, значит их можно убить. Бля, реген щита мне нужен, кажется. Да ёбаный в рот. Да вы заебали повышать уровни тревоги. Какая-то тревожность, блядь, наступает из-за этого. Куда они идут? Там какой-то ёбарь-пахарь пришел, блядь. Нормально, эти... Блядь, блядь, не вставай на синий лазер! Он хорошо. Он шотит, блядь. Берегись синего лазера! А, ну какой-то ёбарь-пахарь, потому что, да, блядь. Да, там убийца, нахуй. Там реально убийца. А. Я говорю, не вставай на синий лазер. Да, блядь, ну они меня с двух сторон, нахуй, зажали за бочками, блядь. Ну пиздец. Пиздец. А чё нам насрало каких-то типов, блядь? Ёбка была какая-то лютая, блядь. Факт. Здорово, колбасун, привет. Не, мне нужен престижный магазин. Здравствуй.
Форзу планирую. Можно крутить. Я пока играю в Форзе чисто в этот вышибалу. Можно что-то крутить, но говорят. Можно будет как-нибудь попробовать собрать массовое что-то. Бонусы какие-то можно покрутить. А, в лаборатории же, да, кстати, можно вкачать говно. Это не то. Ой, так, а у меня 20-й. А у меня 20 уровня нету, поэтому. Лаборатории можно покрутить. Что слева от любого игры? Лого игры, кнопка, если есть, у тебя в лабе открыта. А, варианты, что ли? Вот это вот надо открыть. Я вот лаборатории вкачал, но там эти все штуки. Или нет? Есть такой же Railgun для игрока, он нахуй всю карту прошивает. А, престижный магазин как раз нужен, да? Но мне кажется, это оружие не для игры с тиммейтом, блядь, потому что там уничтожение всего, блядь. Так надо сначала вот это открыть, мне 500 не хватает, у меня 474, нужно еще 30. Снайпер? Ну вообще можно снайпера попробовать. А как сменить класс? А, класс, вот. Снайпер. Эксперт дальнего боя, специалист по снайперским винтовкам, убивает врагов легкими хедшотами. А что у него за скилл? Это, кстати, классная тема звучит. Это добротная смазка, интересно, что это. Блин, дают плюс 4 к макс здоровью. Столько же здоровья лечится при их активации. Ну, добротную смазку. Да ебать, пускай будет Биган. Так, я готов. Ну, пробуем за снайпера. Погнали. А, причем у меня доп. Оружия-то нету, блядь. Ну, турельки по стандарту все ебучие в начале. Айтем лежит. Ну, вот за деньги, по-моему. Или это нет. Это проклятый вроде бы. Проклятый. Или... Да, кстати, возможно. Скорее с такими так шипами есть. Это вроде бы проклятый, если мне не изменяет память. Но сверху ничего не пропустили? Вроде нет. Бля, взять что ли проклятый предмет? Бля, попробую взять проклятие и предмет. Бля, вот ебаный хуй, мана. Сейчас хилок-то у меня нету, блять. Убийство врага шанс вызовет двумя самоводящими. Жертва принята. Ай, блядь! Нихуя себе жертва, он меня почти убил полностью. Так, у нас еще уровень тревоги повысился, блядь. Давай валить нахуй отсюда. А, погоди, у нас направо еще. О, а, вот да. Уровень тревоги, блядь. И сверху какие-то хуи с пулеметами. А, блять, это не Алькор, ёбаный в рот! Нет, меня там нет. У меня своя война тут с охотниками. Я понимаю. Это вот это нам так это, ебанул повышенный уровень тревоги, да? Да, это видимо весело, блядь. Залутали. Всё. Тут направо еще сходить. Пиздец, блять. О, вепон, возьми. Бля, мне нужен вепон, да. Оу, снайперка там? На месте. О, снайперка на снайпера, по да. Общам. Лучше и придумать нельзя. А почему shift не восстановил мне этот? Ну ладно, похуй. Взял перк, чтоб shift восстанавливал мне броню. Производитель и сборщик трофеев. Емкость магазина, скорость перезарядки, но подбор патронов, да, и максимальный его. Запас патронов. Если не приезжаете при выставе, есть шанс создать патрон для запасного оружия. Включение для... О, допрон боссом, кстати, неплохо. Деньги. Деньги. Бля, ну теперь хилку надо какую-то.
Здорово, ковер. Лёг их, блядь, на самоубийственные эти. Блядь! Да! Прикрыл. Ой, не умереть, не умереть, не умереть, пожалуйста! Нормально, там это пока стоит, справляется. Да, малютка это очень помогает. Просто модулем. О, классовый модуль, блядь, надо брать. Быстро охладиться, они начали энергия сократиться. Максимальное здоровье плюс 100. Ух! Куда же я вошел, блядь? Все, я умер. Мне кажется, я тоже, значит, умер. Не-не, нормально, они легкие, просто у меня же хп мало. Блядь. Этот класс. А, хотя у тебя же тоже другой класс. Да. Нормально, просто это, просто выходи, стреляй. Сейчас заебись будет. Нормально. Все нормально. Пекалем попер, блядь, на толпу. Решил, что сильный. Я там звук, блядь, какой М1, нахуй. Пулемет почему-то не откатился, хотя вроде откатанный был. Так, там медицина есть. Алиса. О, я бы взял, кстати, медицин бы. О, Виапон еще один, это то, что нужно. Ну, у меня пока есть снайпа, поэтому... Все не так плохо. Блять, и тут еще вепон есть. А, ну я тоже вепон тут подберу. Пулемет Аполлон 5, блять. Вот это. Как раз да нахуй вы. Хороший. Вода автоматик, найс плюс. Надо его усилить и вообще четко будет. Ай. Сейчас к нам придут ёбари, да? Ну, видимо, слева уже идут. Да, вон они. А? Ух, нихуя. Ну, вот так, поставлю пока нам турельки. Я пока снайперку улучшу немножко. Давай, давай. Стрелять шапнелью, добавь обычную выстрел, число осколков 2. Бля, не нравится. Повышает урон элитным врагам. Хуйня. Враги лечатся, регенерируют. Здоровье. А, погоди, вдобавок к обычному выстрелу. Скорострельность урона минус 20%, но выстрел дается вдвое... А, нет, вообще хуйня какая-то. На двойную связь надо брать. Не, ну... Ох, нихуя вас там. Просто так дохуя. А чё, забанили злобняка очередной акт? Просто... Это точно ли его акт, блядь, как говорится? Потому что рандомного челика какого-то забанили. Некрасиво будет, если это другой какой-то чувак. А, подозрительный пользователь, тогда ноль вопросов. Блять. Только все. Ну ладно. Какой нахуй клин на пулемете, блять. О, у тебя еще и снайперка не одноразка, а с этими. Ну, 4 выстрела она у меня делает. Бля, ну топовая снайперка. Ну, 4 патрона, блять, в магазине. Вот 6 хотя бы бы было, блять. Тогда бы, да. Флешечку ебанул чуть-чуть. На, нахуй. Бам, блять. А пулемет очень неплох. Что за патроны, кроме стандартных? Давай посмотрим. Фузионная батарея. Было побольше этих. И заряд фузионного холода. Мне кажется, фузионный холод лучше. Жар, кристалл исцеления, потрошитель, нестабильный. Марксманская турель. Бля, вот купить бы марксманскую турель себе дополнительно.
Ставить бы ее вот сюда. Ой-ой-ой, вот это сейчас жаришка будет. Что нахуй, я не буду вообще появляться в бою, я буду выходить, ставить турельки и ныкаться. А ты там стой настреливай, у меня 4 турели, блядь. Я могу себе позволить сидеть. Че, вы другого чела все-таки забанили, не того? Надо бы еще побольше. У меня щит упал. Было же вроде больше. А, у меня хпшки было больше. Что значит подозрительный? Ну, подозрительный. А, разбанил? Так убери тогда наблюдение. Так, погоди, Мишенька, минуточку. Давай. Да у нас просто злобарик вышло недопонимание, у нас там есть человек, у него ник злобняк, вот, и это король фейков, поэтому он создает много других аккаунтов, и мы их, так сказать, того. Поэтому, видимо, перепутали. Какие цифры у злобняка были? Год рождения его, что-то 1986 или 7, что-то такое. Или седьмой, или шестой.